Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Первый день, забираем с тобой 1000 монет. Выбрать комплект: ручной насос или соло на барабане. Соло на барабане, наверное. Да. Возьмем вот так вот. Окей, так, новые задания у нас появились. Давай хотя бы глянем, что у нас тут. Проедь 2000 метров на спортивном автомобиле. Нет, это надо поменять. Маневр 400 метров. Маневр перемена. Выиграй 5 гонок. Вот так-то оно будет посолидней. Ну что, друзья мои, 3000 кубков сегодня будем, наверное, брать. Так, давай тут все пооткрываем. Все позабираем. Все, что у нас есть, все, что нам доступно. Так, новые колеса. Ого. Усиленная турбо. Так, ну тут вроде бы все. Так, меня попросили очень много что изменить, исправить. Так. Во-первых, поднять уровень гаража попросили. Блин, это надо было делать до кадра. До съемок, точнее. Сейчас разбирайся с этим совсем. Командный сундук. Попросили вот этих ребят всех поудалять, потому что, ну да, на самом деле они не играют, зачем они здесь вообще нужны. Ладно, опять же я это все буду делать, наверное, за кадром. Чем мы сейчас тут будем всем этим заниматься? Время только тратить зря. Меня ждут кубки, ребята, ждут меня кубки. И, кстати, нам нужно будет сейчас изменить еще внешний вид моего персонажа. Во-первых, возьмем вот это вот новое лицо. Так, тут анимация. Ну, соло на барабане пускай будет. С флажком. Так, одежду какую-нибудь надо, не знаю, поприличнее. У меня не так много одежды, конечно, чтобы выбирать. Давай сделаем вот так, наверное. И вот так. Ни кубка, ничего нет, ребята. Просто вот флажок. Он с этим флажком, как, не знаю, как старый пердон выглядит. Ну что, поехали, что у нас тут? Фига там спортивная тачка-то наяривает, будь здоров. Она у меня на хвосте, если честно. Она у меня на хвосте, и все-таки я первый, да, финишировал. Замечательно. Да, блин, это вот это называется был старт? Так фиг, не хочу я туда. Ребята, я не хочу поверху, я понизу лучше. Оу, я вспомнил. Что происходит? Трындец, вот это надо, лучше бы я поверху ехал, твою налево. Ну, уже поздняк что-либо тут делать. Понимаете сами, да? Последним, понятное дело, чтобы последним. Че я так испугался? Надо было действительно ехать поверху. Нет же. Начал сливаться уже в последний момент, ребят. Когда уже, грубо говоря, поздно было даже сливаться. Фига он там летает, наяривает. Но я все равно первый. Я все равно, ребята, первый. Да уйди ты, закройся. Так, а это тоже, ребята, да? Ну да, это диверсия. Ты смотри. Ролейщик там одна. Так, она еще и крышу себе сорвала, да? Соответственно, она будет... Так, а мы немножко тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Мы, получается, как-то обманули нашего соперника какими-то непонятными маневрами. Несмотря на то, что у него не было крыши, мы все равно, ребят, приехали первыми. Это было круто.
Но опять же, эта трасса такая противная, с какими-то заковырками своими, с определенными. Вон, ты посмотри, что он тут вытворяет. Ну давай, раз уж заехал, поехали. Ну согласись, заковырки на этой трассе. Ничего себе. Вот так вот мы остановились. Ай, мы еще те акробаты. Поехали дальше. Ой. Да ну что ты, ну если... Тьфу ты. Сам, ребят, сам себе сделал хуже. Кто-то в смятку там разбился, прикинь. Одна из ролеек просто в мясо разбилась. Ну давай, давай. Не доехал, не успели. Чуть-чуть. Ладно, третье место. По итогу все равно первым. Воскресный чемпионат. А, воскресный чемпион. Эта трасса моя, не моя? По-моему, моя, ребят. Впендрючился и все, ребята. Не, ну если тут будет вот такая вот примехонькая, то... То да, то это моя трасса. Выиграй 5 гонок. Выиграл. Давай такую же трассу, примехонькую, пожалуйста. Не люблю всякие прыжки, перевороты. Давай, 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 давай. Не перевернись только, блин. То я вижу, тебя уже начинает там заносить. Ну тут врагов вообще оставили где-то позади. Без шансов тут, одним словом. И, блин, еще не последний. Это только третья гонка. Их тут 4 будет, прикинь. Да-да-да, вот такие вот подколы ребят тут делают. Давай просто проедем. Е! Шикарно. Просто шик и блеск. Ну что, поехали дальше. Почему-то уже в горах в каких-то. Эта ватрушка задняя не отстает. Она вроде бы и обогнать не может, а в то же время, ребят, все время на стреме. Что-то крутится там, вертится, непонятно, что с ней вообще там происходит. Это ее проблема, короче. А мы первое место с тобой взяли. И полетели в никуда. Так, давай-ка заберем задание. Выигранное. Так, и еще вот здесь. Открываем эти наши сундуки виповские. Так, 80 тысяч. Так, забыл поздороваться. Зор вступил в команду. Блин, как-то надо. Действительно, блин, входит кому не лень. Так, создать команду. Онлайн 6 из 50. Блин, ладно, потом как-нибудь за кадром все это сделаем. Не сейчас. Ну что, поехали. Еще гонка, наверное, и мы уже... Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. На крокодила прям напоролся, ребят. Ой, не надо вот туда. Фига тут. Вот это да. Не падаем вниз. Может быть, надо наоборот было упасть. О, надо было наоборот падать вниз. Каким там, третьим? Да, третьим. Нафиг я наверх поперся. Надо было вниз просто идти. Там дерево какое-то старое, вонючее спилить.
И все, и поехали бы нормально. Нет же, блин. Куда-то сиганули не туда, куда надо. Это что за приколы-то, я не пойму, эй. Что за трасса с этими, с какими-то, я не знаю, с вредительство какое-то натуральное. Едешь, блин, как эта фигня, блин, бочка, еще что-нибудь там выпадет тебе, блин. Говорю, трасса вредитель, блин. Трубы какие-то, что происходит вообще? Они что, издеваются, что ли, вот над нами, я не пойму. Не знаю, ребят. Ну, хотя бы вторым приехали. Это издевательство, издевка, а самая настоящая была сейчас только что. По-другому и не назовешь. Я, блин, что происходит? Это что еще? Да ты... Да какое, блин, горючее? Чё вы? Трындец. Разбился. Да, водитель разбился. Так нормально начинали и... На тебе. Понятно. Ну, есть, приехали. О, да, трассы, конечно, тут сейчас нынче пошли. Трындец просто какой-то. Я бы валун начинал был задеть вот его. Шпиндякнуться. Просто заковыристый. Вот это вот вообще меня просто удивляет. Когда ты ешь такой вот валун тебе. На, подарочек, получи. Подарочек от дяди Вани. Ну вот, первыми. И по итогу у меня 7 баллов. Первое место. Ну? Да. Заехали. 30, ребята, и 60 самоцветов. Угу. Зимние шины, стартовый ускоритель. Ну что, попробуем, наверное, взять следующую награду. Блин, ненавижу эту трассу. Не надо. Вот так, лучше понизу. Лучше спокойненько понизу, чем там. Трубы какие-то, что за трубы еще? Что-то я не помню, чтобы здесь были какие-то трубы у нас раньше. Это назвать аттракционом, это, ребят, не назвать практически ничто. Аттракцион-убийца какой-то. В пещере, я первый раз вижу, чтобы на этой трассе были какие-то пещеры, серьезно тебе говорю. Так, допустим. А что, я один еду? Где остальные-то все? Что-то никого даже не видно. Поубивались там, что ли, все? Я не знаю. Опять пещеры. Опять пещеры, ребят. Это да, вот это называется прыжок, блин, веры. Очень опасный прыжок сейчас был. Но благо тут все хорошо. Все обошлось, все нормально. Так, давай откроем сундучки эти.
вот так вот. Ну что, там у нас 3000 монет плюс 18 деталей. 18 деталей, насколько я могу понимать, это обычные детальки у нас там будут. О! Попрыгулька, давно не виделись. Прокачаны, видимо, плохо у него эти попрыгульки, поэтому он не очень хорошо прыгает здесь. Как я погляжу. Были бы нормально прокачаны, бы тут сигал там будь здоров. А так, фигня. Ну что, погнали дальше. Ой. Кто-то там, по-моему, погиб, мне показалось, там хруст такой был. Ну, как обычно, когда шею сворачивает. Вот и финиш. Нормуль. Что я могу сказать? Проехал вообще чётенько. Ну, тут вообще изи. По верхушкам проехали даже и не вспотели. Опачки, продвинулись еще чуть-чуть. Погнали дальше. Так, сегодня, ребят, попробуем, наверное, еще ХКР-1 на нашем третьем канале поиграть. Надеюсь, соседушка с перфоратором не придет, не начнет там пилякать, а то все накроется медным тазом. Ну, невозможно просто снимать, когда и говорить, когда, извини меня, по духам тебе перфоратор гудит на всю квартиру. Так, ну что, одна гонка у нас получилась. Давай еще две. Две, да. Ох, хорошо как. Да, с ролейкой, конечно, тут, ребят, не сравнится ни одна, по-моему, гоночная машина. Уж если она... Если мы еще прокачаем сзади вот эту вот трубу, эту выхлопуху. Ох, я представляю, как она будет жарить. А мы, кстати, можем ее прокачать или нет? По-моему, не можем, я не помню, если честно. Это надо смотреть. Дай-ка я понизу пойду лучше. Даже эту баги сделали. Со своим магнитным ускорителем там шпарит. Так, райская бухта у нас впереди. Ну это опять же пляж, насколько я помню. Так, дай-ка я кое-что гляну. Не могу, да? Я могу только колеса прокачать. Так, а раз у нас пока деньги есть. О, бесплатно. Нормально? А здесь что-нибудь можно бесплатно? Нет. Вот эта машина, говорят, ребята, очень хрупкая. Она может разбиться на трассе. То есть разлететься на запчасти. Прикинь, разлететься на запчасти она может. Так себе перспективка, да? То есть, типа, на ней нужно ехать аккуратно. Ну, мне, по крайней мере, так в комментариях написали. Ладно, прокачаем, там уже будет видно. Так, а у нас тут один этап, кстати. Ой, что я взял-то? Ё-моё! Что она делает? Ребят, я понял, о чем шла речь. Поехал. Ой, блин, трындец просто. Просто машина в мясо разлетелась.
Вот, короче, у нее там идет нагрев определенный. Если ты, короче, не, ну, не охладил, вот она, ребята, и лопнула у нас. А чудило не успел там один, да? Ну ладно, уж дотягивай тогда, блин. Что ж поделаешь. А тут что, одна гонка, что ли, всего лишь? Чего я не пойму? Что-то трасса какая-то долгая. Смотри. Сзади там, а? Да, это, конечно, я подколол сам себя, взял на свою голову. О, водная, ненавидящая мне трасса. Что там за супостат за мной едет, не могу понять. Ролишка там какая-то ехала сзади. Хотела меня обогнать. Ой, ё-моёшечки. Ну вот я себя и подкопал. Подкопал я себе ямку. Да ё-моё. Что это такое, не пойму я. Все что-то вниз там рвут когти. Ё-моё, я еще и крышу снес себе. Объясни мне вот этот момент. Какого лешего она едет быстрее, чем я? Чуть, не чуть ли быстрее, чем... Первый. Я в воздухе взял первое место. Отлично, шикарно. Блин, да я только вернулся на свое прежнее место. Да, не знаю я насчет лихача, ребята. Это... У меня что-то сразу настроение упало вообще прокачивать этого лихача. Во-первых, непонятно, как он едет там. Ой-ой-ой. Что тут? Какие-то колеса резиновые. Как будто это какой-то испытательный полигон. Воу, трасса-то вообще короткая оказалась. Неожиданно. Но она оказалась короткой. Что тут творится, а? Специально так, да? Врежься и умри. Последний заезд. Она короткая, но она какая-то заковыристая. Я думаю, многие согласятся, да? Вот и все. Изи. Что, погнали? Дальше нам... Сколько еще? Ну, наверное, еще гонку нужно сделать. Я имею в виду победительную гонку, а не просто гонку. Нифига! Ты смотри, смотри! Ты видел мотоцикл, как шпарил? Конечно, ты видел. Упс. Вот это он, конечно, начал старт очень лихо. Но почему-то приехал последним. Удивительно. Начал старт вообще офигенно. Он стартанул, бустанулся. Вон, даже видно. Потом почему-то сливаются они все. Где-то теряются в абстракции.
Но не все. Так, нормально. Остается у нас последняя гонка. Вот этот подлет как бы вообще никому не нужен, и даром, если честно. Теперь я последний. А по итогу первый. Ай. Да, я первый приехал. Взяли, взяли, взяли. Отлично, ребят. Такое себе, да? Да. Ну что, друзья, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.